Кошка! Кошка! Идем сюда немножко. Ну идем. Ну идем, что ли? Блин, пойди. Пойдем. Ну, сейчас пойдем, значит, надо что-то дать. Ну, сметанки дашь ей. Ать, какая зая. И вот так я могу, и вот так я могу, и вот так я могу. Такой кроличек маленький. Ну, не такой уж и маленький кроличек. Разрешите, пожалуйста. Идет. Так, идет. Я пойду, скажи, да? Ага, у него что-то в руках появилось. Ну, подползай, сметанить тебя буду. Ну? Так, молодец. Эй! Держи. Да подожди, да вы тут с этой стороны ложки-то. Господи. Ой, боже мой, а какой ты у нас грязнульчик, гепардик. Это потому что пытается не облизывать, а грызть. Да, это же сметана, ее не грызут. Да, это не Масян. Да не надо ее грызть-то, ложку. Мэсь, да, я согласен. Ты чё? Дайте я покажу, как надо. Я посмотри на это. Ой-ой-ой. Зуб не сломай обложку, дурёшь. Подожди, да где-то, Так может тебе сразу на подоконник накладывать? Я не могу, какая хорошая. Как так можно пачкаться, а? Как дитё. А я мышка мне пятку лижет. Ты чё тоже хочешь сметанки? Сейчас тебе пап тоже даст. У меня тут вот что при. Ты глотать-то хоть успеваешь? Такое ощущение, что прям это. О, мой, как вкусно. Ну она вся в сметане, я уже не могу с ней. Чумазяка, да хватит ей сметаны. Вылезает сладкий какой. Твоя морда — это отдельный вид удовольствия. Ну, у вас, собственно говоря, ну Шарапов у тебя и. Да не с этой стороны, вот же! Боже ты мой, ты куда ты торопишься? Кто у тебя отнимает? Вот покажи. Тут очередь стоит. Сметана у нас, я не знаю, в дефиците стала или что? На тебе полбанки сметаны уже. Вот на тебе, вот на всех твоих усах. Вот тут с тебя шкапает сметана. Да все, не давай больше, хватит. Ну вот, последний уж раз. Ну все, последний маленький кусочек. А то как же, надо завершить как-то это все дело. Да я с кошки соберу. Да стой ты. Я с тебя сейчас соберу и тебя накормлю этим. Вот подоконник вылез. Да это мои пальцы их не едят. Ой, Герда, с этого ракурса тебя еще не было. Такой мордахи. Сметанный. О, подоконник. Сейчас помоем, да? Так, я пошел сметану относить, вы тут вот стоите. Ну, Дима, издевайте сладкий, ты такой хороший. Вы идите умывайтесь, сметанные хороший. Девочки. Да. Иди умывайся. А это было бы твоим, если бы ты не спешила. Она тебя следом. Ты начала ей мышку вытирать. Ой, господи, а. Вот кто вас в природе умывает гепардов? Кто? Сами. Я не вижу, что тут сами происходит. Вот, ходишь вся в сметане. Не уходи далеко, я сейчас еще салфетку принесу. Иди ко мне. Герда, идем сюда. Идем. Иди мошку вытру. Не хочет она. Так хочет. Она красивая ходить. Она такая вкусная. Герда, посмотри на меня. Иди сюда. Идем сюда. Даже шея в сметане. Ой. Я же не дотягиваю. Картина маслом просто из окна торчит. Мурчатор. На меня. Сам не выпади тут из окна. Тут первый этаж падает. И тут кошка наркая.
Все, я вроде бы отмыл кошку. Сейчас отмываю подоконник от сметаны, пока тут у вас мухи не завелись.